Не было давно у меня распаковок. Товар Жума пришел, даже фирменный пакетик. И он почему-то... А нет, у меня открытый, просто такая... Не завернули. Поэтому открытый. Две посылки. Ну, я знаю, что здесь. Сейчас я тоже туда заказываю. Как-то. Пока нет надобности. Ну, или с Вайберис. Как он? Вайберис. Здесь ручки. Ссылку дам в описании. Покажу. Так. По довольно хорошим ценам беру ручки. Ого, это ручки, это стержни. Здорово. Это какая-то штучка. Посмотрим. Два набора, точно. Здесь два набора. Я не помню, заказывал довольно давно. Вот так долго они шли. Вот такие ручки. Сейчас посмотрим, как они пишут. Отлично, они, кстати, гелевые. Вообще очень легко. Просто резкость. Строй, у меня нет авторезкости. Так. Сколько их в наборе? Что это такое, это я не знаю. Стёрка, что ли? Ну да, стирает. Ну-ка, сейчас я на бумаге попробую. Что-то нас может сегодня. Так, берем бумагу. Так, вот написал. Теперь. Нет, что это? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии мне. Очень интересно. Ну, в принципе, да, стирает вот. Вот мешаю, конечно. Вот я вытащу, наверное, отсюда. Из этой штуки. Ничего не сломаю. Вот. Вот. Нет, это не то, это... Нет, это не стерка. Это что-то другое. То, чего я не знаю. Ну, короче, тут в наборе две ручки и много паст. Стержня. Попробовал написать и стереть. Кстати, стирает. Реально на обратной стороне. Потому что я помню, что там что-то было написано про то, что их можно стереть. Вот, пожалуйста. Все отлично. Пойду радовать детей. Смотрите, замечательные ручки появились. Вот они пишут шариками. Шариками не очень удобно, конечно. Ну, пусть. 18 стерней. Тут я не знаю, зачем. Не стерка оказалась. Не стирает, она трет. Ну ладно. Тоже что-то написано. И вот здесь вот то, что я давно ждал. Почему-то мне как назло. Интересно, зачем они здесь закрыли. Черными там закрыли черным. Не знаю. Давно не получал, поэтому меня что-то стало удивлять. Странностям китайцев. Вот наконец-то таки мне аккумулятор. Старый у меня все слабенькие стали. Как раз заказал для фотоловушек. Ну, вот эти, вот производитель я заказывал несколько раз, они не подводили. Так, вот. Пало. Кстати, они с контейнерами пришли. На наборе тоже ссылку дам в описании. И дам ссылку в описании на Алиэкспресс. Потому что на Алиэкспрессе они дешевле. Вот именно вот эти. Вот три контейнера. Я и ту дам ссылку, потому что неизвестно, с контейнерами на Алиэкспрессе или нет. Вот такой, вот такие у меня сегодня подарки по ссылке. И как раз мне необходимо 4 на одну фотоловушку. 8 на другую. Да, на третьей у меня немножко другие аккумуляторы. Поэтому, ну, надеюсь, хватит. Кстати, мне хватало на полгода для фотоловушки. Без зарядки. Потом я уже снял фотоловушку, заряжал. Но они, конечно, слабеют, потому на таких предметах должны быть нормальные батарейки, аккумуляторы, которые, чтобы не сели в один прекрасный момент, как у меня было. Что-то какое-то животное приходило, а у меня были севшие аккумуляторы. Все, разрядились, и я ничего не мог снять. Точнее, фотоловушку не могла снять. Но такие видео я на Яндекс не буду кладывать. Распаковка, наверное, буду только на Ютубе. Хотя, не знаю. Там тоже подписчики появляются.